Для элегантного вечернего макияжа необходим лайнер, который придаст изысканность и утонченность вашему образу. Итак, начинаем макияж с нанесения нового тонального крема Lumi Magic L'Oréal Paris. Для вечернего макияжа можно нанести более плотный слой. Не берите сразу слишком много крема. Лучше нанести несколько тонких слоев, тон получится более ровный и естественный. В качестве лайнера используем подводку L'Oréal Paris Super Liner Duo, которая удобна тем, что имеет двусторонний наконечник с более тонкой и более широкой стороной. Проводим тонкую линию от внешнего уголка глаза по направлению к внутреннему, вдоль линии роста ресниц. Подчеркнем драматичность образа новой тушью XS объем миллиона ресниц. Эта великолепная тушь придает ресницам роскошный объем, четко разделяя каждую ресницу. Завершаем образ оттенком номер 401 помады Caress. С таким изысканным макияжем можно смело отправляться на красную дорожку церемонии награждения «Viva самая красивая», чтобы почувствовать себя настоящей звездой.